Новое здание Дома культуры в поселке Горки-10 строили 2 года. Его общая площадь составила около 6000 квадратных метров. Помещения расположились на 3 этажах. Это уникальный объект не только для нашего округа, но и всего Подмосковья. История нашего Дома культуры, она, скажем так, зарождалась давно, и люди в ожидании. Сегодня у нас аншлаг, вы видите, сколько людей пришло записываться в кружки. На данный момент уже обработано более 500 заявлений, и продолжается приход наших родителей с юными воспитанниками, да и взрослые тоже не отстают. Учреждение разделено на 3 блока – спортивный, кружковый и концертный. Увлечения для себя здесь могут найти как дети, так и взрослые. Для них открыт художественный кружок, и есть возможность научиться плетению из бисера, вокалу и танцам, а также освоить другие направления. У нас есть спортивные секции – волейбол, баскетбол, бадминтон, карате, футбол. Много разных художественных гимнастик, не забудьте записаться. А также у нас будет школа искусств с художественным творчеством. На дне открытых дверей прошли показательные выступления участников различных кружков и секций. Определиться с выбором подходящего для себя направления смогли все желающие. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».